Я с ним. Народ, привет. Как у вас дела? У нас все хорошо, только очень кушать хотим. Вот гуляем по этому модному бутиковому молу и решили покушать суши. Так что вы тоже покушайте, ставьте лайки и подписывайтесь. Покажем вам, что такое поесть суши в Дубае. Суп. Пошли купим быстрее, очень кушать хочется. Очень вкусно. Очень. We want to sit very far from music. Very far from music. Музыка, музыка играет. Дальше от музыки. О, наборчики, смотрите, какие есть. Давайте я вам наборчики еще покажу. Салатики с кашей киноа, 24 дирхама. Дальше есть какой-то кани салат. Это уже мало осталось. Свежий ананасик 19. Но это дорого, не знаю. Если ананасик, разве что он будет стоить 30. С этим, с суши. Это наборы каких-то суши, видишь? Да, это наборы каких-то суши. И дальше все, салатики пошли. А, более слоит капуста такая. По-моему, есть такой салат в КФЦ, но он стоит дешевле. Так, я уже кушаю. Ну все, так, Наташа хочет кушать. Давай. Идем, садимся. Только подальше, давай поближе ко входу. Идем, здесь играет музыка. Не надо от YouTube получить по голове. В общем, где-то сядем. Чтобы, где бы вы выбрали? Где бы вы выбрали сюда? Ну, по-моему, вот я нашла прекрасный столик. Какой он хороший столик. Вот есть, смотри. Прекрасно сядем и здесь посидим. Меню опять QR-код, хотя мы можем пойти там. Ну давай то возьмем, что будем показывать, да. А можно это? Наташа, можешь маску уже снять? О, пардон. Да. Я уже так свыкла с ней, что... Мы честно скажем вам, что мы заказали уже. Мы давно выбрали, что мы хотим. Но вам покажем цены. Смотрите, какие здесь. По 65 есть 12 штучек. 18 штучек, простите. Вот симпатичные. Есть авокадо, есть курочка, есть и лосось. По 75 вот такие вот наборы. Подвиньте, пожалуйста, от меня подальше. Так. Рассказываю здесь. Вот нас заинтересовало здесь. Смотрите, за 89 мы выбрали это вот cooked. За 89 мы решили, что нам этих 18 кусочков хватит. Здесь 6 креветок темпура, 6 каких-то куриц катсу и 6 криспи кани. И смотрите, что нам сказала девушка. Оказывается, если вы заказываете вот этот вот набор, у вас или салат еще включен, или суп, или... или рис. Вот мы взяли еще бесплатно 2 супа мисо. И напиточки здесь. Давай, я тебе помогу. Да, вот, подожди, нет, давай все-таки еще покажем. Сеты, такие сеты здесь есть. 139, симпатичные очень. Вообще сам такой вот, даже не сказать, что это меню, это журнал, народ. 199, 239, прям рыбка лежит, да, вкусно. 249. Наташа уже голодная, хочет кушать. Наборчики вот симпатичные. Ну, тут от 11, наверное, поштучно, от 11 аж до 25. Вот, симпатично смотрится, покажем вам сейчас. Ой, какие вот просто, я просто любуюсь меню. Очень красивые. Да, снято прямо. Да, что вкусно. Вас еще вот заинтересовало, знаете, вот смотрите, что есть здесь биф. То есть сырое биф, татаки, 10 кусочков, да? Говядина, сырое мясо. Есть еще с сальмон, это с лососем. Лосось. Нас заинтересовало именно 10 кусочков этого мяса, если бы не 5 делали. Да, здесь есть по 5. Но 151 дирхам как-то, ну я не знаю, как. Многовато, да? Ну, и многовато. Да, а рядом мексиканская кафешка. И по напиткам сразу скажем, что мы заказали. Вот. Я заказала вот это вот, то, что есть лимон, минт, лимон, мята, апельсин и какой-то там с ними вместе пекоя, черный холодный чай. Наташа заказала женьшень, мед, лимонграсс. Какой женьшень? Джинджер. Имбирь. Да, имбирь. Sorry. Джинджер, лимон, мед и лимон. Тоже это все айс-ти, холодный чай. Что здесь еще есть? Такие вот десертики прикольные. От 18 до 34 дирхам. В общем, ждем. Покажем вам вкусно ли здесь суши. Я надеюсь, что вкусно, потому что мы очень хотим есть. Людей, опять-таки, повторюсь, мало, но смотрите, все работает, ничего не закрыто, здесь очень комфортно. Мне кажется, тут день на день. Пожелайте нам вкусно покушать. Да, вчера мы здесь проходили, и было прилично людей. Мы подошли не вчера, а пару дней назад. Вчера мы вообще в Дубае молились, если честно. Надеюсь, видео вам уже понравилось. В общем, ждем наши суши, ждем нас мисо-суп. Вот, там настолько быстро принесли напитки и наш супчик, что я вообще не успела снять даже. Это деньги. Наоборот.
меняемся. Смотри. А, не, а. Так, Наташа, ну давай открой. Слушай, это как прикольно. Вообще? Ой, народ, очень холодная бутылочка, а бутылочка мега какая-то. Она стеклянная? Да, наверное. Слушай, класс. А мне, знаешь, у меня сразу супчик. Такое советское детское чувство. А можно бутылочку с собой забрать? С собой, в принципе, наверное. А ну, Наташ, давай пробуй. Без сахара написано. Ой, отлично открыть. А, покажи внутри-то что? Внутри напиток. Наливать? Это какой, мой? Тебе? Да. Так, стоп. Нет, твой зеленый. Да, мой оранж. Наливайте. Супчик бесплатный. Ёлки-класс какой. Или как? Полную, конечно. Ну, давай и себе еще оставь. Попробуй. Попробовать, да. Давай. А потом, ну, давай. Ой, надо было попробовать. Попробуй из бутылки. Не постесняйся. Попробуй из бутылки. И скажи, вкусно или нет. Ням-ням. Да? Ух ты. А теперь попробуй свой джинджер. Я думала, сейчас кисло будет. Да, очень вкусный, этом. Спокойный чай. Тоже очень попробовала. А реально со всеми этими вкусами. Слушай, классно. Классная тема. Так, я верну себе свой супчик мисо. Кстати, я не знаю, что такое суп мисо. Сейчас попробуем. Наверное, я ела. Сейчас хочу, чтобы ты отставила и я хочу себе на это налить. Ну, давай. Давай, я тебе налью, попробуешь. Давай. Ну, да. И ты из бутылочки тогда отклёвывай, скажешь нашим подписчикам. У тебя чуть-чуть кислее, у тебя джинджер реально чувствуется. Да. Ну, это не такой... Женьшень чувствуется. Такой... Ну, такой кислый, такой... Какой женьшень? Имбирь. Господи, имбирь. Простите меня, народ. Что-то я сегодня... Ну, почему-то вот у меня джинджер, это как женьшень ассоциируется. Может, мне просто нужен женьшень? Женьшень. Пишите в комментах. Для памяти. А зачем вкусно? Такого цвета? Необычный. Точнее, это айс-ти, это холодный чай. Я вам свайпану такие бутылочки, классно. Покажу. А что за фирма? Най, или это мы где? Непонятно, мне нравится. Класс. Угу. Ну, давай супчик мисо. Ну, а чем будешь кушать? А продезинфицируешь руки или мы ж по молу гуляли-то все-таки? Ой, ну очень да, рекомендую. Не, народ, все правильно. Ты сходишь или тебе принести? Мне принести, конечно, аж с камеры. Этот такая зараза, то, что происходит в мире сейчас, так что не. А знаете, Наташа, что мне продезинфицировала брюки? Хватит брюки. Да уж, хватит, спасибо, дорогая. Ой, так что все-таки лучше будьте осторожны, честно. Мне не работать. Меня вывели сразу же. Ой, спиртиком. Так, хочешь, чтобы я попробовала? Да. Что это такое? Да, хочу, чтобы ты смачно почавкала в камеру. Люди поставили лайк. Ну как, что-то плавает. Что такое? О, ой, ты похожа вот в этом, знаешь, как вот на японца, на вот такого, на какого-то, да, ты такой, асисяй такой, да, давай. Так, такое впечатление, что гремно, вот это ж водоросли вот эти вот. Ну, да. Как, морская капуста, я не знаю, водоросли. Смотри, до моря мы пока не добрались, а до водорослей, да, они уже не плохо. Ну, уже лицо должно быть, не? Хорошенький, ням-ням. А пиши вкус, что вообще вот это? Ну, морской вот, я не понимаю, какой этот бульон, но такое впечатление, что это... Может быть, даже мясной бульон, может быть, но не рыбный. Но аромат вот этих вот водорослей, как морская капуста. Вот. В общем, вкусно. Да, мне нравится. Вкусно, да? Ну что, народ, тоже я приступлю к своему супчику. Когда нам принесут суши, мы вам я тофу уже покажем распаковку суши. А ну, тофу давай. Ням-ням-ням. Тофу по вкусу никакое. Тофу по вкусу тофу, да? Да. Народ, тофу это тофу. Супчик классный. И тоже желаем всем, как обычно, вкусной еды. Ну что, народ, вот нам принесли наши суши, что мы поняли, вот это вот с креветочкой. Это вот дальше идет с курочкой. Это какой-то криспи. Мы не поняли, с чем это. Сейчас я буду пробовать и вам говорить. Ну, кроме авокадо, непонятно, что это такое. Вот, Наташа, кстати, обратила внимание, что имбирь здесь... Желтый, а не красный. Ну, как натуральный. И очень красиво выложен этот, как его называют? Васаби. Васаби. А там же это... Чалочку, а еще надо соус. Соус. Соус налить. Безумно вкусный чай. Так, соус. Так, наверное, сначала налить Наташе. Будет правильно. Хватит. Не надо. Ну, хорошо, не надо. Что такое макать надо. Ну, ставим чуть-чуть, ничего страшного. Уже надо вымочить. А ты знаешь, я не всегда люблю макать. Yeah? Если честно, да. Я тоже не очень люблю макать. Проблема, знаете, в чем? Потому что у меня с палочками плохо. Вот так вот, да, и его там подцепливаешь. Так, сейчас посмеетесь. Я возьму это, потому что он, как бы, кажется, его можно взять. О, взяла, на тарелку уже положила. Так, ну что? Сейчас будем угадывать, что это. У-у-у.
Вкусно. Туда входит рис, точно говорю. Рис чувствую. Рис чувствую. Он очевидно чувствоваться должен. Так. Авокадо не чувствую, но здесь есть. А что это вот, я не понимаю. Ну что-то как яйцо. А кисленькое? Может, яйцо не может какой-то быть кисленьким. Или фрукт. Давайте-ка попробуем эту штучку, отколупать. Слушай, а васаби это развести нужно в соевом соусе или нет? Вообще-то я не люблю. Нет, я вот васаби не люблю, Наташа, надо имбирь вот съедать просто вот так. Я люблю васаби в прикуску. Попробуем этого, да? Это на что курочка, ой, я бы да? на твоем месте взяла бы вот этот я вот. Я уже боюсь как-то вот его палочками брать на камеру. А-а-а. Хейтеров целая куча. Тогда буду я позориться. О, так, что это у нас такое? Ну. Майонез, наверное, да, какой-то? Да. С курочкой должен быть, да? Я вижу, это вкус курицы, очень вкусно. Прожуй, насладись, а то... Не куском. Это так. Мягкое, в смысле фарш? Ага. Запить? Классная тема. Ну, знаете, мне тоже как бы нет особого желания макать его, может, потом макну. Просто у меня всегда, когда я макаю, оно просто сваливается, я потом его вытаскиваю. Ну, правильно, вроде надо немножко окунуть дно, и все. Получилось, так, ух ты. Как крабовая палочка, по-моему. А я думаю, это краб, не? Это не крабовая палочка. Да, это краб. Ну, это как крабовые палочки, типа так, почиканные, порезанные. Ой, они еще остренькие. Остренькие, аккуратно. Дыши. Дыши носом. Пробила носик. Дыши носом. Ну и попробуй сейчас это вот то, что там называется криспи, да? Криспи. Что это такое? Так ты ж первая ела криспи. А, да, это что такое? А это креветка. А, креветка. По-моему, это крабовая палочка, не? Оно. Что мне сдается? Ну, какая-то она, да. Сейчас гляну. Красивая. Гляну. По бокам эти штучки запеченные, прикольные, точнее, жареные. Ну что это, крабовая палочка? Как креветка в майонезе еще, знаете, такой какой-то вкусный майонез необычный. Ну, он делает ее очень мягкой такой, она как вот не сухой. Ага. Слушай, достойный, очень вкусно. Достойный, вот я хотела услышать это я слово. Я так скажу, знаете, что мы еще супом сильно наели. Суп очень вкусный был. Вкусный, такой легенький, как бы, да, но когда очень классный. Когда нам уже принесли, я думаю, мы, в принципе, как супом наелись. То есть бесплатным супом мы наелись уже. Да. Угу, это попробовала. А сколько это штучек? 6, 6 и 6, 18. Да? 18, то есть на двоих по 9, ну, каждому. То есть 3, это... Ну, это нормально, это достаточно, если честно. Смотрите, вам еще дали суп бесплатно. Ну, это вот чай просто мы сами выбрали, мы не знали, что он такой вкусный. 24 дирхама, да, ну, приличная цена, скажем так. Ну, вон чашечка кофе 24. Людей, которые не позволяют себе, к сожалению, в кафе сидеть. Ну, и мы часто не заседаем в кафе, ну, к сожалению. Ну, захотелось, да. Захотелось суши. Нам захотелось, то есть. Да, захотелось. Не думайте, что мы такие тратилки и вот такие деньги покупаем чай. Хотя некоторые пишут, ой, в такие рестораны ходите, мы дороже ходим. Ну, на здоровье, рады, слава, ну, слава тебе, если Господи. Если у вас есть такие деньги, ребят, мы очень рады. Слушай, а пишут именно с таким выражением лица и вот с таким голосом, как ты говоришь, да? В основном женщины. Ну все, я помню, ты про женщин уже говорила. Так, можно я уже покушаю? Да. Я... Давайте Наташа покушает. Ну и тебе достанется, да? Да, ну и мне достанется что-то от Наташи, конечно, но мы вам покажем потом, осталось ли что-то. Ну, зачем ты так сказала от Наташи, как будто бы я это сейчас все съем и тебе не дам. Так, все, хочу кушать. Уходит, еда уходит. Сейчас бухнешь. Все. Так, чтобы не забыли, счет 137 написать просто в комментах за все. Значит, хочу, чтобы Наташа покушала, я вам поснимаю, да. Она очень здорово пользуется этими штучками. Ты издеваешься? Дын-дын-дын-дын. Ой, ребята. Я вот хочу все-таки это. Давай, теперь ты скажи свое мнение про суши, про дубайские суши. Как же его взять-то? Сейчас, я хочу вот это. Можно так тарелку крутить? Да, можно. Мне можно все. Это до сих пор в кафе никого нет, народ. Вообще странно даже. Вот я же говорю, как-то оно день на день, я так понимаю, не попадает. Ух ты, я один взяла или два? Ты их взяла? Не знаю. Почему-то вверх отпадает. Так, чутка. Молодец. Смотри, чутка. У меня бы уже выпало. Народ, пишите, как вы вообще палочками от суши орудуете хорошо? Что?
Вы меня удивили твои глаза. Просто палец вверх покажи или вниз. Это хочется кушать. Угу. Это так вкусно. Ты взяла креветку, да? Это не крабовая палочка. Не крабовая, да? Мне кажется, нет. Ну, сверху точно. Оно такое, знаешь, вот ты когда ешь, чувствуется структура. Крабовая палочка такая, ну... Ну, прекрасно. Класс, слушай. Хочу васаби. Давай. Я не люблю его разводить, я сейчас хватаю. Я люблю поплакать. Поплачь и попробуй еще что-нибудь. А ну подожди, а что это он такой не острый? Он сейчас... Или я сейчас... В соседнем кафе только один молодой человек кушает. Потому что там мало людей сегодня. В бутиковом. Сегодня какой день недели? Сегодня среда. Ну, среда, знаешь... Хоть бы не закрылись, кстати. Ну, очень жалко будет. Ну, блин, такой хороший... Ну, знаешь, мол, бутик, такие хорошие нравится. Магазины. Поскольку вот я сейчас сижу лицом и смотрю на людей, я, конечно, не вижу бирок на... Ну, вот люди выходят с работы, офисные люди. Может, уже пришли, это же не сотрудники, вот клиенты уже пришли. Видите, мы фартовые прям сели и все. Васаби. Я васаби не люблю вообще, стараюсь его не есть, мне не нравится. Все, перехватила горло. Хорошо, давай еще сушеный попробуй. Сушеный. Ну, еще вот две, это? Да, надо же уже... сравнить конкретно. Ой, васаби. Перехватила горло. Мысли хотела сказать, что люди шли, ну, знаешь, такой презентабельный вид. Вот чувствуется, что люди... Богатые люди в костюмах. Ну, как они богаты? Ну, достаточно, на фоне... Короче, богатые да, костюмы да, у них. И поэтому, наверное, будут держать эти все какие-то, ну, заведения какие-то. Потому что там они иногда все-таки кушают, ну, перекусывают. Да, да, да. И здесь же, опять же, жилая зона. Ну, поэтому... Да, здесь очень много жилых домов вокруг небоскребов. Представляешь, если это все будет пустое, это как бы это парадное, по сути-то. По сути, это как парадное. Ну, я так поняла, это всю эту тему. Поэтому... Да, извиняюсь. Ну что, сейчас Наташа пробует. Это вкусно. Пробует, что это? Криспи, который мы не смогли перевести. Так теперь ты можешь вычислить, что это за фрукт такой желтый? Я не понял, что это. Это не фрукт. Ну, овощ ты что? Это какой-то овощ. Мне кажется, это, помидор это или яйцо. Огурец. Это яйцо, нет? Ну, я не знаю. Как омлетик. А вот что в середине, я не понимаю. Но ну, в середине у меня как какой-то перчик, даже не знаю. Ты знаешь, я тоже авокадо не почувствовала, но это авокадо. Мне нравится. И давай последний, что у нас здесь есть. Курочка. Мне курочка тоже очень сильно понравилась. Курочка. Но вообще все три суши радуют. Мы сет выбрали удачное и невкусное. Да. Прям хочется больше, но это глаза хочет. Хотят, хочет. Думаю, это будет достаточно. По три от каждого варианта. Ну что? Вкусно, это классно. Вкусно, да? Народ, кафе Суши Арт. Точнее, можно сказать... Суши-ресторан мы очень рекомендуем. Очень вкусно. У них есть доставка еще. Да, у них доставка есть. Тут один за одним приходят доставщики, я вот вижу. Да, забирают в свою сумочку Талабат. Здесь доставщики Талабат, оранжевый цвет. И довозят людям. Угу. Все, народ, пожелайте нам приятного аппетита. И вам, кстати, тоже. Да. Ну, так что будем продолжать наш мукбанг. А вот и доставщик Талабат, кстати. Раз, все уже идет. Боже, какая муха. Извини, ко мне муха прицепилась. Прямо она, знаешь, как будто в последний раз налетает, как этот. Потому что суши очень вкусные. Наверное. Уже мало всего остается. Ну, ребят, конечно, я думаю, что мы это доедим. Очень вкусно, слушай. Я, ну, не то, что не ожидала, но судя по меню, оно не должно было быть плохим. Народ, ну что, ничего у нас на тарелочке не осталось. Как и предполагалось, очень вкусно. Ну, васаби чуть-чуть. И то Наташа его сейчас доест, по-моему. Не? Не доешь. Я пас. Да. Ну, если у вас будут денежки, заходите в Суши Арт Кафе. Обязательно все очень вкусно, цены доступные. Ну, в общем, персонал очень адекватный и приятный. Ну, и главное, что здесь все очень свежее. В общем, рекомендуем. Заходите, гуляйте. Привет вам из Дубая. Подписывайтесь, кушайте вкусно. Всегда с вами. Всем пока.